вам принесла сегодня пенсию. Вера Федоровна, вот это вот 2000 вам платят социально-патриотическая акция уважаемым ветеранам. Социально-патриотическая акция. Они сражались за Родину. Смысл акции – это создание благотворительного фонда на расчетном счете Управления по социальной политике администрации города. И выплата в дальнейшем за счет этих средств ежемесячные денежные доплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Я получила пенсию, поблагодарила ее. Я подняла руки и кричу: «Ура! Мне пенсию принесли военную!» Я работала 14 лет в райзо, а остальные в колхозе Чапаевском работала. Машинисткой тоже. Я 41 год проработала. Благотворителями у нас могут выступать абсолютно разные лица. Для получения любой подробнейшей самой информации нужно обратиться к нам в Управление по социальной политике администрации города по телефону 304-508. Никаких рамок по сумме нет. Нам главное, чтобы люди участвовали. И принцип этой акции – все понемногу, в результате получится достойный фонд, из которого мы будем помогать все вместе нашим ветеранам. Уважаемый ветеран, социальная помощь выплачивается вам за счет благотворительных средств и написана организация, за счет какого благотворителя эти средства выплачиваются. Каждый ветеран знает, кто ему платит эту доплату.